Таингок не спит уже 38 лет. Вы не поверите, но причиной явился банальный грипп. Тай перенес его аж в 1973 году. Врачи, обследовавшие Нгока, нашли у этого интересного пациента незначительные проблемы с печенью, и то, наверное, из-за алкоголя. У столетней жительницы Китая Джан Руфан год назад на лбу появился чертов рог. Вырос он прямо у старушки над левым глазом. Сейчас симметрично над правым глазом растет второй. В деревне Линлоу в провинции Хэнань бабуля стала настоящей достопримечательностью. Уим Хоф из Нидерландов установил новый рекорд в 2009 году. Он провел 1 час 42 минуты и 22 секунды, будучи полностью зарытым в снегу. Королева корсетов Кэти Юнг. Обладательница самой тонкой талии в мире, всего 38 сантиметров. Фигура в форме песочных часов – неврожденная собственность бабушки-стройняшки, а достояние, приобретенное многолетним ношением утягивающего корсета. Самым маленьким бодибилдером в мире бесспорно является индийский атлет Адития Дев по прозвищу Ромео. Рост маленького спортсмена составляет всего 83,82 сантиметра. Вес в повседневной жизни 10 килограммов 300 грамм, а во время соревнований 9 килограммов 800 грамм. Обладателем самого длинного носа является турок Мехмет Изурек. Его обонятельный прибор приближается к показателю в 9 сантиметров. Не исключено, что когда-нибудь 61-летний Мехмет побьет собственный рекорд, ведь нос растет вместе с человеком, удлиняясь и опускаясь к старости. Человек, который ничего не забывает, человек с суперпамятью, так называют ученые Боба Петрелла. Ему 58 лет, из которых он детально помнит большинство событий, произошедших с ним за последние 53 года. Он помнит все свои дни рождения и празднования Нового года с 5-летнего возраста, счета всех футбольных матчей за несколько лет, все разговоры за несколько десятилетий. Он помнит всех призеров премии «Оскар» с 1971 года, с того момента, как начал постоянно смотреть ее. Он без проблем восстановил по памяти все номера мобильных телефонов из записной книги. Петрелл может назвать и дату любого события, освещенного в новостях за прошедшие несколько лет, и дату знакомства с каждым из своих друзей. Человек по имени Хусейн Бисад, Великобритания, приобрел известность из-за своих непомерно больших ладоней. Длина ладони от кончиков средних пальцев до запястья равна 26,9 см. Самая грудастая девочка – 16-летняя китаянка Тинг Хиафен из деревеньки Чанга. Груди Тинг Хиафен весят по 10 килограммов каждая, свисают на 48 сантиметров и отстоят от ребер на 30 сантиметров. По словам Тинг, ничто в жизни не доставляет ей такого неудобства, как ее суперогромные дамские прелести. Девушке приходится заказывать себе бюстгальтеры в местном ателье по пошиву нижнего белья. Спать китайская красотка может исключительно на спине. Зато при этом ни капли силикона. Самая старая роженица в мире – Амкари Панвар из Индии. Двух близнецов она родила в 70 лет. Амкари Панвар и ее 77-летний супруг давно мечтали о сыне, но природа преподнесла им сюрприз, и на свет появились близнецы – мальчик и девочка. Подписывайтесь на наш второй проект «Мир тайн». Неразгаданные тайны и уникальные случаи со всего света. Моя жизнь может быть измерена в часах. Я служу, когда пожираюсь. Когда я тонкая, я быстра. Когда я толстая, я медленна. Ветер мой враг. Кто я?